Именно соблюдение законов, подчеркнул во время встречи с партактивом лидер «Единой России» премьер Медведев, должны продемонстрировать кандидаты в Госдуму на грядущих выборах. Он особо подчеркнул, что единороссы обязаны выборы пройти без каких-либо нарушений. Это жесткое требование. И залогом победы должен стать не административный ресурс, а программа, с которой партия идет на выборы. Ее девиз – успех каждого, успех России. И ставка в ней делается именно на благосостояние страны и решение социальных проблем. По словам премьера, правительство исходит из жесткого, консервативного сценария, учитывая санкции и низкие цены на нефть. Но при этом большая часть бюджетных денег, 4 триллиона рублей, будет направлена на решение социальных вопросов. Еще 10 уйдет на развитие пенсионной системы. Стабильный, сбалансированный бюджет – это приоритет правительства и на 17-й, и на 18-й, и на 19-й годы. Будет стабильный бюджет, будем вместе решать социально-экономические задачи. Если говорить о партии «Единая Россия», то нам, я всегда об этом упоминаю, и просто, и сложно. С одной стороны, просто, потому что мы партия, которая находится у власти, то есть правящая партия. У нас есть результаты, которые мы можем предъявить. Но есть, естественно, сложная сторона, потому что к правящей партии всегда гораздо больше вопросов.